Киска? Подлезать хочешь? Руки мои хорошие. Он зовет меня. Киска? Какая нахрен киска? Вот киска, там мандатров. Я охренею. Нет, ребят, всегда говорил, что я никогда не осуждаю, не лезу там в чужие спаленные дела. Там, кому что нравится, это там сугубо дело личное и индивидуальное. Но если люди позволяют себе это все выносить на общественный, так скажем, разбор, да, там в ТикТоках, в Ютубах, то я хочу сказать свое мнение. Ребята, мы живем не в той, мягко скажем так, стране, не в том обществе, чтобы вот прямо высказывать свои там какие-то кексуальные там подробности своей личной жизни, да, вот там я люблю там то, я люблю это. Это все здесь очень сильно обсуждается. Это не Европа, это не Америка. Здесь тебя заклюют, заплюют, закидают гнилыми помидорами и тухлыми яйцами. Ну, потому что вот так вот. Я это осуждаю, мне это не нравится, да, когда люди вот боятся там и скрывают свою какую-то личную жизнь. Но опять-таки, то, что он говорит, что я люблю лизать, блин, да, на камеру, говорит, да, да не полезать, но это уже как бы порнушный актер, я считаю. Осуждать это глупо, конечно, как бы, просто посмеяться. Я считаю, такие вот ролики можно просто посмотреть и поржать, больше ничего.